общественная организация «Республика» проводит серию мероприятий, круглые столы, пресс-конференции, встречи, диалоги с гражданами Республики Молдова на тему «Молдова между войной и миром». И это очень важная тема, очень важная работа, потому что она носит как пропагандистский характер, так и образовательный характер, так и характер, несущий информацию в массы, которые, возможно, то есть опять с очень большими вопросами, возможно, изменят расстановку сил между теми, кого могут обмануть и втянуть нас в войну, и люди могут высказаться за войну, и теми, кто хочет мира и будет всеми возможными правдами и неправдами, и неправдами в том числе, отстаивать наш нейтралитет и наше мирное небо. В нашей стране на сегодняшний день сложились очень сложные и неоднозначные условия. Власть в лице ПАС, Майя Санду и же с ними, они пытаются провоцировать граждан, пытаются их подвести к состоянию, что «а, ладно, будь что будет, пусть делают, что хотят». Они готовят сейчас в апреле текущего года, готовят очень провокационные учения под руководством натовских инструкторов. Они провоцируют население тем, что высылают повестки на переподготовку военнообязанных граждан. И тестирование настроений в обществе должно иметь тестирование провоенное, милитаристическое тестирование, оно должно иметь и контрточку, контрпропаганду со стороны тех, кто хочет сохранить наш нейтралитет, хочет сохранить Молдову как мирное государство и не хочет, чтобы чтобы граждане Молдовы погибали в войне за чьи-то совершенно, скажем так, чуждые нам интересы. Это вот то, что касается Молдовы в наш период, 2024 год, весна 2024 года, Молдова между миром и войной. Спасибо.